Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту ADVIV. Это видео касается больше, друзья, новичков. Я сама того не ожидала, но зашло очень много людей, которые даже понятия не имеют, как работать вот с этими баб-поинтами. Вот для них я хочу немножечко разъяснить, объяснить, как здесь работать. Мне лучше один раз видео записать. Но очень много у меня вопросов. Я очень много делаю скриншотов ежедневно и все объясняю. Вот решила записать как бы видео. Объясню, как смогу, друзья. Значит, здесь у нас два вида заработка. На баб-поинтах и рекламных пакетах. Они друг от друга не зависят. Это один заработок, баб-поинты – это другой. Здесь я вот инвестор не работаю. Если хотите, покупайте пакеты, это уже ваше право. Я работаю на баб-поинтах. Значит, смотрите. Вот здесь для начала стоит вот английский. Кликаем сюда, ставим русский значок. У нас кабинет переведется сайт на русский язык. Перевод корявый, но понять можно, друзья. Далее что? Поднимаюсь немножко вверх. Смотрите. Сейчас я выделю экран. Значит, вот это у нас, вот он, стрелочка, я показываю, основной баланс, он идет на вывод. Здесь наши деньги отображаются, сколько мы заработали на вывод. Вот этот баланс, это реинвест. Это баланс комиссионный, это идет реферальные начисления. Реферальные начисления переходят на реинвест, зачисляются. Значит, нам при регистрации дается немного бонуса, и вы сразу же находитесь в первой группе. Вот здесь показано всего 12 групп. Вот эта вкладочка показано, в какой группе вы находитесь. Я в данный момент нахожусь в пятой группе из 12. И здесь количество баб-поинтов у вас указано. Понятно, да? Вот это основной баланс, это реинвест. Значит, мы просматриваем сразу доступный вам при регистрации платные объявления. 9 платных объявлений. Мы вот сюда кликаем платные объявления и ежедневно просматриваем 9 рекламок. Баб-поинты это тут по одной монетке дают, они как бы и незначительно здесь как бы. Вот баланс, заработок наш делится на два счета. Какой-то процент идет, у нас больше процент идет на основной баланс, а меньше процент идет на реинвест. И сюда копеечка капает, и сюда. От нашего вот этого заработка, от платных объявлений. Чтобы посмотреть, сколько вы зарабатываете, значит, смотрите, в какой вы группе. Первая, вторая, пятая, десятая. Вот здесь вот эта вкладочка «Доходность баб-групп». Сюда кликаем и смотрим ваш заработок. Здесь находится лимит вывода. Так, значит, идем теперь вот сюда кликаем. «Доходность баб-групп». Кликаю сюда. И здесь показаны все группы, друзья. Смотрите, первая группа. Мы ничего не зарабатываем. По нулям. Вам же при регистрации дают бонус. Да? И вы уже во второй группе. Как все в каждой группе
мы просматриваем по 9 рекламок. Вторая группа по 6 центов. 0.063 цента вы зарабатываете. В третьей группе уже 12 центов. Четвертый 22,5 цента. И я вот сейчас зарабатываю на данный момент в пятой группе 0.41 цент. Ну, почти 41,5. Вот. Вы же, если вы находитесь во второй группе, зарабатываете. Вот ваш здесь заработок. Вот здесь показано название группы, в какой группе вы находитесь. Здесь сколько у вас поинтов? От 500 до 12199 поинтов. Вторая группа по 0.063 цента. И так далее. Смотрите. Услышали меня? Услышали. Далее что? Нажимаем вопросы-ответы, друзья. Как распределяется? Я так поняла, многие не читают вопросы-ответы. Пожалуйста, кликаем сюда о платформе. Что такое БАБ и как это работает? Опять же, мы читаем это все. Вот, имея БАБ, вы получаете право на получение платных объявлений. Когда вы получаете платную рекламу, эти объявления потребляют ваш БАБ. Мы просматриваем платную рекламку, и у нас высчитывают наши БАБ-монеты. Значит, покупая... Сейчас, подождите, найду. Так, покупая БАБ, каждый потраченный $1 стоит один пакет БАБ-монет. Это на $1 вам дается 2440 БАБ-поинтов, что составляет $1.22 в платных объявлениях. Один БАБ эквивалентен 0.305. Значит, ваш баланс БАБ определяет, насколько дорогие объявления вы будете получать. Чем больше у вас БАБ, тем дороже объявления вы будете получать. В рамках реферальной программы 3% с просмотра платных объявлений пользователям будет вычитываться и добавляться спонсору. Так, это акции. Как получить доход с БАБ? Так, это я вам прочитала. Реферально нам не надо. Так, как распределяется прибыль от акций? Так, нет, это не то. Значит, смотрите. Как я сказала, нам идет два баланса. Это основной баланс на вывод и реинвест. Как вот прибыль от просмотра платных объявлений будет распределяться следующим образом. Мы платные объявления просматриваем, и у нас идет 70% на вывод, на основной баланс, и 30% идет, друзья, у нас на реинвест. Вот. Понятно. Ну, минимум здесь $8. Минимальный вывод. Сейчас я в данный момент уже собираю денежку на вывод. Надеюсь, я понятно все объяснила. Далее, что еще я хочу сказать. Без вложений, друзья, здесь маловероятно, что заработаете. Да, дают бонус. Вы находитесь сразу во второй группе, но учтите, мы просматриваем вот эту платные объявления. У нас высчитывают количество БАБ. Понимаем это, да? И значит, наши БАБ-поинты, они уменьшаются с каждым днем. Я вот просмотрю 9 рекламных объявлений сегодня. У меня вычтут. Из этой сейчас покажу сумму.
вот из этого количества у меня вычтут мои баб монеты. Вот. И таким образом, так или иначе, надо поддерживать группу, и хотя бы по одному доллару придется вкладывать, потому что если мы не будем поддерживать, у нас ежедневно будет вычитаться и уменьшаться. Если я не буду поддерживать свою вот пятую группу, я спущусь до четвертой группы, потом я спущусь до третьей. И как бы понимаем, да, это. Значит, и 70% нам идет вот на этот баланс, на основной баланс, на вывод. И на реинвест баланс 30%. Также мы можем пополнять, поддерживать вот эту группу, в котором вы находитесь, с основного баланса и с реинвест баланса. Если у вас на реинвесте есть 1 доллар, вы переходите, кликаете баб, купить баб поинты, и сюда вставляете, например, один количество пакетов. И вот что у нас здесь ниже. Основной баланс. Вот у меня 5 долларов 94 цента. Я могу поставить галочку и купить с основного баланса один пакет. Мне дадут 2000 плюс 440 баб поинтов. Также я могу купить с реинвеста. Вот кликаем вот сюда вот на треугольничек черный, кликаем. Здесь написано реинвест. Кликаем на этот реинвест. И если у вас на реинвесте есть 1 доллар, вы также ставите количество пакетов. 1, 2, 5. Ну, это зависит, сколько у вас на реинвесте, какой баланс. 1 USD, 2440 баб поинтов. Опять же, нажимаете купить и покупаете. Также можно покупать, ну, с прямого кошелька. Тут уже вы выбираете, какой у вас процессор. А, процессор это выбран. Вот здесь я здесь поставила один пакет. Здесь платежные системы Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Выбираете любую платежную систему и нажимаете, вот здесь галочка должна быть, купить, и вас перебрасывает на платежную систему, и уже пополняете, покупаете, сразу у вас уже купится баб поинты, вот эти увеличиваете. Вот панель. Проект работает, платит. Также это, друзья, еще и рекламная платформа. Здесь можно рекламить свои проекты, но это уже другая тема. Я уже рассказывала и показывала об этом. На данный момент я объяснила все, как смогла. Надеюсь, друзья, моя информация была вам полезна. Обязательно прочтите вопросы-ответы. Я так понимаю, что многие вообще не читают. Здесь находятся выплаты. Проект платит. Вот за 27 число. Пожалуйста, и по 9 вот, долларов, 7. И по 32. Все замечательно. Я проектом довольна. Я его развиваю. И я на пятой группе останавливаться, естественно, не собираюсь. Вот. И вот сегодня я еще ничего не просматривала. И вот у меня платное объявление. Платное объявление, естественно, нам за это платят денежку. Вот. Кликаем, нас перебрасывает на страничку. Идет отсчет таймера. Капчи здесь нет никакой. И просматриваем. Таким вот образом рекламку. Вот я сейчас просмотрю всю рекламку. Я, конечно, у меня баланс увеличится. Можно перейти на сайт. А если не нужно, можно закрыть. Давайте я поставлю на паузу и просмотрю быстренько всю рекламку. Я просмотрела все платные объявления. Теперь идем в кабинет. У меня на балансе
стало $6.22. И на реинвест мой баланс также увеличился. Стало 98 центов. И завтра у меня будет $1. Я еще просмотрю платную рекламку. И буду делать реинвест. Увеличивать свою группу. И обратите внимание, у меня было 52 тысячи. У меня стало, видим, да? У меня вычли баб монетки. У меня стало 51 тысяча баб поинтов. А было 52. Вот таким вот образом мы зарабатываем. Надеюсь, друзья, моя информация была вам полезна. Видео затянулось, но надо объяснить было. Объяснила, друзья, как могла. Надеюсь, доходчиво. Всем удачи, до новых встреч. Следующее мое видео будет уже, надеюсь, по выводу денежных средств. Пока-пока.